Рисуем зеленый мир в Пушкинском. В городском парке Ивантеевке открылась настоящая художественная мастерская. В честь Дня защиты детей и Всемирного дня охраны окружающей среды посетители взяли в руки мелки. Нарисовать предстояло зеленый мир и экологию, кто как видит и понимает. Первыми на асфальте появились мальчик и девочка, взявшись за руки. Девочка и мальчик – это такое как бы олицетворение. Поскольку человек – это самый такой более сильно представленный вид, да, мы застраиваем дома, и мы в ответе за природу. Вокруг яркой парочки почти сразу выросли деревья всех видов и размеров. А нравится тебе деревья вообще рисовать? Да. Почему? Потому что они такие яркие, и они красивые. А почему важно сохранять деревья, на твой взгляд? Потому что... чтобы земле не вредить. Акцию организовали представители Московской областной думы и Общественной палаты области, чтобы объединить ребят всех возрастов, да их родителей в общем желании подольше сохранить планету зеленой. Объединить всех в добром порыве получилось. Некоторые художники взялись за краски раньше, чем научились говорить. А в Пушкино малыши расценили такой ассортимент мелков, как вызов заняться скульптурой. На всех площадках в округе художникам помогали представители «Единой России», «Молодой гвардии», волонтеры Подмосковья. В Красноармейске у школы номер 3 на асфальте появилась целая земля с любимыми родителями, домашними животными и в цветах. Каждый спешил внести свой штрих в общую картину. Природа. Так, это наш дом Экос, да? Девочки, быстрее. Давайте, мои хорошие. По задумке организаторов, дети творили во всех муниципалитетах области одновременно. Мир, по крайней мере, на это время, как заметили сами художники, оказался полон любви. Жанна Лавяникова, Мария Лихобабенко, Сергей Денисов, Антон Орловский, Мария Головачева. Новости Большого округа.